Всем привет, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк. И вы не поверите, что смогло сделать мое ведро. Запустить Fallout 4. И не просто запустить, но и... Ах, словом, это будет... офигенно. Да, скажем так, мой ноут выдает не самый лучший FPS, но... больше, чем 10, больше, чем 15, и иногда даже больше, чем 20. Для ноутбука 2009 года с 3 гигами оперативки это очень неплохо. Ну что, поехали? А вот и мы. Как вам? Вот мой песик. По-моему, все его уже видели. Ладно, давайте... я познакомлю вас с моим арсеналом. Так, первое мое оружие это... мелкашка. Как-то так. Почему называю мелкашкой? Считается, что это удлиненный пистолет со снайперским прицелом. Но пока это единственное, что у меня есть из снайперского. Поехали дальше. Дальше идет мачете. Да, у меня девушка. Идем дальше. Это удлиненный дробовик с повышенной точностью. На четверку у меня 10-миллиметровый с удлиненным стволом. Мина. Что еще? Да, это весь мой арсенал. Основал кривое поселение. Ну ладно, думаю, вы не обидитесь. Пойдем. Так, ням. Yes. Yes. Как? Ясная вода. Это мне не нужно, ибо стали очень много. Ай. Sweet. Вот патроны для мелкашки, патроны для пистолета. Зубная щетка. Ладно, возьму. И что мне это дает? Ну, так мило скулит. Передвигаться буду ползком, потому что, ну, тут очень все трудно поначалу. Я проиграл 4 часа, и не смотри так на меня, пожалуйста. И это действительно было трудно. Всякие недокомары... Ой, твою. Эх.
Это первый радолень, которого я убил. Но они обычно не ходят поодиночке. И его мог кто-то гнать. Поэтому будем на стороже. Не надо кричать, пожалуйста. Ой. Надеюсь, ты хороший. В смысле. Ладно. Поговорим. Excuse me. Hey there. Nice dog. На. Почему ты ее продаешь? Эх ты. Ну, я бы не смог так, если честно. Ладно, мне это не интересно. Ты зачем это предлагал? Врун. Ладно, мой радолень. Крышка. Хоть немножко отлагало. Да, иногда бывают такие прям жесткие глюки, а когда смотришь на небо, целые 60 FPS. Но глюков было бы меньше, если бы я снимал бы в разрешении поменьше. Но я же хочу, чтобы вы все нормально видели. Пусть и дергано, но нормально. Ладно. Куда мы двигаемся? Двигаемся мы в правильном направлении. Прямо Скайрим. Только с пушками. Кто? Где? Заметил. Теперь вы понимаете, почему я хожу ползком? Чтобы замечать таких тварей, прежде чем они замечают меня. Дворняги тоже обычно поодиночке не ходят. Что это был за звук? Вроде почти дошли. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Да! Это первое появление таинственного незнакомца, вы видели? Фак.
Вот для чего нужна двустволка. Ладно. Ты как? Вроде в порядке. Удачно. Меня даже ни разу не куснули. Теперь можно обыскать свалку, но наверняка на ней FPS будут проседать. Давайте сверимся с картой. А, туда. Оу. Это уже стоило того. Нужно немножко крышечек и немножко харизмы. Оу. Звук был прямо как из Карима. Ладно, не суть. Они имеют право. Без теста все-таки. Вечный брамин. Тихо, тихо, тихо. Не смотри на меня. Охранник. Охранник. What kind of stuff do you have? I sell armor for Old Man Stocky's outfit, based out of Bunker Hill. More. Selling armor to smart wastelanders for mm-hmm. Don't stay dumb long. I've got a few minutes to browse. Don't cheap out on armor. That's a good way to get yourself killed. Ну да. $29 цена, говоришь? Неплохая цена. Очень неплохая. Парик помпадур. Партия стали, партия стекловолокна, партия тканей. Давайте посмотрим, что у него есть из хлам. Боеприпасы я бы взял. Хотя, давайте лучше сначала я поторгую с ним. Не, платье я не отдам. Я буду в него одевать чени. Нет, это все я не отдам. Кристалл даже есть. Вон на щетку для волос. Ты хочешь? Не суть, в общем, продать. Это не буду брать. Все. Или это общая стоимость? А, нет. Отмена. Mm-hmm.
Оу, как ты мило. Никого плохого. Тем лучше. Ой, здесь FPS вообще хорошие. Не хочу отсюда уходить. Смотрите-ка. Выглядит как... Ладно, я вручную попаду. Готово. Опыт всегда нужен. А патроны от мелкашки не жалко. Так, ворона это так, не страшно. Как все-таки хорошо, что я сделал этот снайперский прицел. Ладно, идем. Давайте определим наш маршрут. Нам в ту сторону. Туда и пойдем. А еще здесь оружие не ломается, что меня вообще покоробило. Тупые вороны. Что-то не так. Кто? Никто. Какая музыка. Ах, как классно, что Fallout у меня пошел. Причем, скажем так, не в самой худшей форме. Скоро будет ночь, надо поторопиться. Наш путь лежит вперед. Воу-воу-воу-воу. Как-никак, а сохранил их. Не падай. Сейчас бы он напал на них, а я их спас. Причем эта мелкашка как раз таки против всяких тараканов и крыс. Ну, дворняк еще, ладно. Сейчас бы они сражались, хотя бы он бы явно отбился. Все, пойдем. Ух твою. Неплохо, что я ее сделал, да? Фу, какая противная. Люблю свою мелкашку. Даже когда Fallout 4 еще не вышел, я знал, что у меня будет мелкашка, нормальная снайперская винтовка и
автомат на средней дистанции. Ну, мелкашка уже есть. Обожаю, когда Ватс так делает. На самом деле ничего нет. Да, вас бесит, что я иду так. Вообще-то ползу так. Посмотрите на меня крутую. Ладно, потом платье одену. Это уже будет, когда будет мирная серия какая-нибудь. Сейчас мы пробираемся. Особо опасное место. Все, хватит ей любоваться. Можно еще вот так вот немножко. Смотрите, как она крута. И пес так еще смотрит, типа, ну, типа спрятались. Смотрите, как круто. Ладно, все. Спасибо, Ватс, что в очередной раз дал ложную тревогу. Так, это тот самый Джин. Предлагаю пойти с ним. Ой, два пса. Игра чуть не вылетела, но вновь опять нормальный FPS. И не знаю, что происходит, но она так проседает так жестко. Но надо было наверх. У меня сейчас вполне... Ой, я нашел его. Или он меня? Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traitors, but honestly, most people don't put much stock in the Minutemen these days. У вас какие-то проблемы? Do you want my help, or should I be on my way? Какой у нее приятный голос. I'm damn glad. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Ну, рейдер это не проблема. Мелкашка и с ними справится. Я с ними разберусь. Ты собираешься посылать женщину, чтобы она справилась с ними, ублюдок. Кстати, FPS нормальный. С одного раз так до 30. Ах, ладно, все, я заткнулся про них. Разберемся с ней в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Всем пока.